Жилище калмыков кочевников было очень разнообразное, но самым главнейшим блюдом для них считался калмыцкий чай. Как для дорогих гостей, как для семьи считалось очень большим, дорогим угощением. Рос чай в районах Черного моря, в Адыгее, в Грузии. Чай убирали в начале лета. Первый сбор чая он шел на высшие сорта и первого сорта. Чай второго сбора, там были грубые листья и веточки. Вот с этого чая изготавливали калмыцкий плиточный чай. Его размельчали, прессовывали такие брикеты прямоугольной формы. Длина этого брикета составляла 36 сантиметров, ширина 16 сантиметров, а толщина 4 сантиметра. При головной боли, при простудных заболеваниях он очень сильно помогал. Поэтому надо выпить чашку горячего чая, пропотеть, и вся болезнь пройдет, и вся усталость. А сейчас приступим, как его варят. Чай, значит, держали в такой кожаной сумке с телячьей шкуры. Его надо было резать ножом, ни в коем случае топором. Размельчали его ножом и ложили в котел. Когда чай закипал, ложили калмыцкий чай. Начинаем его мешать. Добавляем молоко. Добавляем по вкусу соль. И надо вскипятить вместе с молоком. Осторожно помешиваем. Как только закипит чай с молоком, ложим сливочное масло. Если есть мускатный орех, опять помешиваем аккуратно, осторожно, по часовой стрелке, по ходу солнца. Видите, какой ароматный, хороший чай. Если, например, человек придет, и обязательно надо угостить утром его калмыцким чаем. Налить пиалу, налить, выпил он, и у него будет белая дорога. Особенно, если он зашел утром, для него день будет прекрасный. Первую чашку наливаем бурханом. Деджи. Дальше наливаем другим гостям уже. Чай надо нести двумя руками и подавать на уровне груди. Эльтеругавяхт на онтец бурхневетха. Игчит сувар байта бахмшта. Доглын байру ховалчы пюкта шукта амур джирджоуцхатн.
Калмыцкий чай – это легенда-напиток, который сопровождал калмыцкий народ с далеких времен. Он давал ему силы, утолял жажду и давал надежду на будущее. В чем сила калмыцкого чая? Все полезное для жизни человека содержит этот священный напиток. В нем есть молоко, которое содержит соли кальция. В нем есть масло, которое насыщает организм, дает силу. В нем есть соль. В жару обычно калмыки всегда пили калмыцкий чай, потому что меньше потели, так как там содержится соль, которая задерживает воду. Я варю по рецепту моей матери. Ставлю кастрюлю с водой, довожу воду до теплого состояния, затем бросаю по своему усмотрению заварку, плиточный калмыцкий чай. Почему я в теплую воду? Потому что в теплой воде хорошо расправляются листья чая и дают приятный цвет. Кипит вода с заваркой не более 1 минуты, потому что если чуть больше, чай может горчить. Закипел мой чай, начинаю вливать молоко. По усмотрению, и обязательно этот чай должен иметь матовый цвет. Не зря калмыки говорят «улан занднце». После варки, когда у меня молоко или чай будет чуть пениться, но не кипеть, я снимаю его, процеживаю через сито и начинаю добавлять сюда масло, соль, лавровый лист и орех. Затем работаю половником. Я говорю такие слова. Улумбурхуттан, Эджавдан, Бясан Газарусандан, Тюрл Тюрсендан, Саясан Заячдан, Джилинезен Меченде, Халун Сягани Урар, Деджан Иркдженев. Умани бедмехан, умани бедмехан, умани. Чай готов, и я могу разливать. Если в семейное чаепитие, конечно, чай подается старшему, отцу, матери, дядям, тетям. Бывает, приходят гости. Есть и гости, соседи. Их тоже воспринимают с большим уважением. Наливают чай в пиалу 2/3 и держат так, чтобы 4 пальца поддерживали пиалу со дна, а 2 больших по краю. И обязательно должны мы в это время чувствовать, что мы хозяева, что мы добрые люди, и чай попадает в добрые руки. Неуда, шансын зәрарын байырлап, сәған оғар, сатсылам сатсап, олым бұрқыттан. Өлсін ондасындан. Сатсылан-сатсан байырлан, шансын сайған ұлсан. Құтыназыла өлдің, батпүшіға өлдің. Кезәтшін тадынды саған қалғы қалға. Кезәтшін саған сеткілерін, күйінді сәкеғәд, мойын өзуға, мойын сонсуға, күдімшан кеғәд, сансын өлдің күтсәт сәксін бұрқынтын ебәғәд, ерілмен тұқарғы жайды.